Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог. Будет много интересного. Будут покупочки в Wildberries, Озон, Светофор. Итак, поехали. Покупочки Озон. Вот такие крючочки взяла прозрачные. Долго, кстати, искала, чтобы вот именно обычные прозрачные крючки, не квадратные, никакие там. Нашла на Озоне. Вот такие три штучки пригодятся сейчас для новогоднего декора и так далее. И заказала все-таки вот такой вот побольше контейнер, который у меня вот тут под телевизором стоит маленький, да? Это такой же, но побольше. Красивый, понравилось, как смотрится. Все, фокус, ты что? Все подходит, как бы все здорово. Вот. Размер 30 на 28 на 15. Сейчас соберу. То, как он выглядит по сравнению с этим, получается как два таких. Да, классный, здоровский. Сейчас сюда игрушечек еще каких-нибудь положим, все расставим. Покупочки Wildberries и Озон. Я несколько дней назад по совету девчонок приобрела вот такой крем лапочка. Мы его уже с Крис опробовали. Я девчонкам в Telegram рассказала, что это просто восторг, девчонки. Вот эти два крема 200 с чем-то рублей за два, чтобы вы цену понимали. И это эмолент. А отзывов у него много на самом деле. Ну, спасибо за носочки, спасибо. Вот. И у нас на ножках почему-то с началом отопления, в том году так было и в этом, то есть летом ничего нет, а как отопление, сухость. И были еще пятнышки такие на спинке, к попке ближе такие вот, ну не знаю, как шелушащиеся даже, аллергии, не аллергии. Ну, в общем, вот этот крем с одного раза практически помог. На ноге еще чуть-чуть есть шероховатости. А вот эти пятнышки все убрал за одну ночь. Поэтому я очень довольна. Я решила, что я всю такую детскую серию закажу. Тем более она бюджетная. И заказала. Сейчас покажу. Давайте начнем с Wildberries. Я заказала вот такую зубную щетку. Очень интересно было попробовать. Крестюша. 46 рублей, девчонки. Вообще просто смешная цена. Сейчас распакуем, покажу. Вы просите ссылки оставлять на каждый товар, девчонки. Ну просто вот я слежу за ценами. Я ее взяла за 46, на следующий день она 500. Понимаете? Поэтому я вам ссылки как бы не оставляю. Вы видите, если вам товар нужен, вы по названию вводите, и уже у другого продавца можно найти дешевле. Но я постараюсь, конечно, теперь оставлять на каждый товар. Вот так она выглядит. Интересная такая силиконовая щетка. Попробуем. Крис, иди щетку на зубную чистить. Смотри, какая классная. Иди сюда. Иди, бери, иди. Иди. Идет, идет. На, чисть. На, чисть зубки. В Дзене потом покажу, как она чистит. Так, потом взяла себе на Wildberries окислитель девяточку делюксовский Estelle, потому что на рандеву заказала, уже идет краску делюксовскую. Хочу попробовать, цвет понравился, оттенок. И заказала краски, как раз окислитель, будем краситься. Так, еще с Wildberries пришел один очень крутой набор. Будем с вами его тестировать в этом ролике. Сейчас все покажу. Мы с вами обозревали наборы от Космос. Очень классная у нас была космическая станция пришельцев. Да, я вам показывала. А здесь вот такие вот планеты. Ксюшка выбрала. Я люблю чем-нибудь с ней заниматься дома. Не всегда погода позволяет гулять. И не только погода, но еще и лед. Так, где у нас по-русски? По-русски здесь нету. В общем, будем разбираться. Пока давайте дальше смотреть покупочки теперь с Озон. Собственно говоря, лапочка. Я заказала всю продукцию от этого бренда. Почему? Потому что я была приятно удивлена кремом. Пока он по 200 с чем-то рублей за две штуки, я взяла три упаковки эмолента. Вот. Вот третья. Так, я взяла, еще не все, кстати, пришло, что-то еще идет. Детский крем-гель для купания. Все по две штуки очень выгодно брать. По одной гораздо дороже выходит. И на Озоне дешевле, чем на Wildberries. Котен, откроешь пока? Посмотрим, что за аромат. У крема, кстати, аромат ярко выраженный, но мне нравится. Он такой вот, я не знаю, детский крем по запаху, что ли, напоминает. Вот обычный такой с собачками. И у него консистенция, чтобы вы понимали, он такой достаточно, ну не знаю, не то что жидкий, он не сильно густой, он очень легкий. То есть если есть прямо атопический дерматит, многие в отзывах писали на Озон, что и помогает от него. Как бы он для кого-то слабоват, но вообще отзывы очень крутые на этот крем. Поэтому я вот так закупилась, девчонки, очень-очень-очень много средств. У меня на 1000 с чем-то вышло. Это еще не все пришло, представляете? Вкусно, так, да, вкусно чем, котен? Кому интересно, давайте я вам покажу состав. Кто разбирается, напишите. И крема состав. Тут, конечно, очень мелко. Так, где состав-то? Вот он.
Смотрите, девчонки, кто разбирается, напишите обязательно, как вам этот состав для крема эмолента. Так, нюхаем детский крем-гель. А ты пока детское средство вот это распечатывай, Катя. Классный дизайн, классные флакончики. Крем-гель. Значит, непрозрачный, наверное, будет. Да, беленький. А, так же, как крем. Абсолютно пахнет. Абсолютно так же, как крем. Так, и еще у нас с вами мыло. Детское жидкое крем-мыло. Тоже вот такое вот. А, еще идет подмывашка. И что-то еще, по-моему, идет. Я взяла вообще все, что есть в ассортименте у этого бренда. Потому что мне очень понравилось. Прям очень. Так, на, котеное мыло распечатывай тоже. Не спеши, аккуратненько. Взяла кетчуп Хайнц. Все-таки около 170-180 рублей литровый. Я его люблю. Мне очень кетчуп Фаберлик напоминает. Кетчуп Хайнц по вкусу, да? Состав у нас тут какой. Если кому интересно, тоже. За 180 рублей литр. За 170. Это вообще шикарно. Обычный томатный. Вот на Озоне тоже был. Кстати, смотрите. Пришел с наклейкой. Вообще никак не запечатанный. Оригинально. Тут такой запечатанный. Взрывается. Взрывается? Да, я видела. Взрывать не... Не, внутри запечатанный. Хоть это радует. Из него не попили по пути. По срокам годности тоже вообще все свежачок. Чуть по-другому, думаешь? Так, это детское средство для купания от макушки до пяток. Да, мне кажется, так же, может, чуть послабее аромат. Так, и мыльце сейчас понюхаем. Но кремом я теперь запаслась, потому что, думаю, подорожает или вдруг разберут. Смотрите, какой запас у меня вообще. Ну, дешево и сердито. Запас теперь детских средств годовой, просто годовой. Ну-ка. Сейчас попробую открутить. Ой, как открутить. Мой, прям так пахнет, так же? Обмыжилась. Нет, попробовала чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. По-другому, но, в принципе, одушка у всех средств одинаковая. Так, нас завинчивай, а то у нас сейчас Крис тут все потырит. Да, смотри, Кристюш, какие у тебя теперь сколько много всего вам с Ксюшенькой. Ну, не иногда, всегда твоя еще подмывашка придет, много чего придет. Это очень вкусно. Сейчас, девчонки, будем с вами разбираться с набором «Космос». Расскажу, что почем. Очень интересно. Ксюшка уже сидит вся в ожидании. Мне понравился прошлый набор «Космос». Очень она до сих пор с ним играет. И попросила заказать еще. Мы с ней вместе посмотрели, выбрали. Это «Прыгающие планеты». Очень интересный, на самом деле, прыгают набор. Да? Прыгают. Представляешь? Сейчас будем разбираться. Так, давай, открывай аккуратно. Пытается вскрыть. Космос, девчонки, это детские эксперименты из Германии. Сейчас в преддверии Нового года мы уже с девчонками в Телеграм обсуждали. Вот на подарок ребенку какой-нибудь эксперимент выбрать. Это очень здорово. Опять же, не безделушка, а потраченное время с пользой. Потому что здесь у нас физические, химические процессы. Дети обучаются чему-то в процессе игры, да? Получают новые знания. Это вообще на самом деле круто. Не может справиться с коробкой. Я вам пока еще порассказываю. Детские эксперименты «Космос» производится с 1922 года. То есть очень-очень давно уже на рынке. Придуманы и сделаны в Германии. Качество, эксперименты на любой вкус. Еще они безопасны для детей. Есть сертификат. Можно с ним ознакомиться. Все подробно. Как бы. Продавец нам любезно с вами, девчонки, к празднику предоставил промокод на скидочку 10%. Я его пропишу обязательно в инфобоксе. Постараюсь прикрепить, не забыть прикрепить в закрепленном сообщении, чтобы вы все видели. 10% на самом деле очень хорошая скидочка. На самом деле за то, чтобы дети сидели не в планшетах и гаджетах, а занимались вот такими интересными экспериментами, да? Так, смотри, у нас все инструкции переведены на русский, что тоже очень ценно. Что у нас есть в коробочке? Давай разбираться. Вот такая штучка. Баночки из плотного пластика. Так, смотри, вот это формочки для планет, я так подозреваю, да? Две оранжевых, две зеленых. Типа пипеточки большой. Твой любимый инструмент, да? Да, пипеточки. Так, пакетик с разноцветным материалом. Так, это у нас что? А, это какие мы планеты, наверное, будем делать, да? Нет? Вот, тут еще с кружкой. Так, вот, это у нас инструкции как раз. Кружка, выбирай цвета. Вот эти уже. Давай еще. У нас могут быть цветные планеты. Можно даже четыре. Давай четыре цвета. Тут у нас один сиреневый еще какой. Или такой, пять цветов. Планеты собрали. Сейчас мы будем сюда засыпать послойно порошок гранулированный и погружать его в теплую воду. На самом деле процесс очень быстрый. Должны получаться такие попрыгунчики. Мне очень интересно, как из такого порошка они могут получиться. Так, погнали. Нам нужны ножницы и баночка с теплой водой. Есть, наш... Засыпай. Все, хватит. Другой, может, цвет теперь? Сыпали три цвета, четвертый не влез. Да. До краев получается. Теперь мы вот так постучим, чтобы он осел. Может высыпаться, поэтому делаем с вами, ну, на столе. И погружаем на пару минут в теплую воду.
Погружаешь? Боюсь. Не бойся, чего ты боишься? Взрыва не будет. Тихонечко, давай помогу. Вот так. Ой, так опух внутри. Утонул. Чего внутри? Вот так опух. А, ну это оптическое увеличение. Да. Теперь мы ждем 2 минуточки. Будем вытаскивать, 3 минуточки просушить. А потом второй можешь делать. А еще сейчас мы будем делать с тобой с чашкой Петри кольцо Сатурна. Представляешь? Из какого цвета? Ну, какой хочешь, выбирай. Розовый. Хорошо. Давай. Кольцо Сатурна. Высохшие планеты, кстати, можно использовать как макет Солнечной системы. Допустим, это многовато. Подожди, сейчас мы с тобой возьмем пипеточку и с помощью нее разровняем. То есть нам с тобой нужно по контуру сделать кольцо. Поняла? Так, почему-то камера делает его бледным. Вот он яркий на самом деле. Очень. Вот, по контуру вот так разравнивай пипеткой, чтобы образовалось кольцо, которое мы потом смочим. Внимательно. Вот на новогодних праздниках можно прекрасно проводить время с детьми. Ну, сейчас только не новогодние пока. Но у нас не новогодний, пока мы девочкам идею подаем. Мы на Новый год себе еще какой-нибудь набор закажем. Я думала, что еще у Деда Мороза попросить. И у Деда Мороза хочешь пойти по такого набора попросить? Не знаю, пока что хочу. Здорово. Так, девчонки, промокод на скидку 10%, он работает на Озоне. На Озоне суммируется со всеми другими скидками и так далее. И действует до 12 декабря. Кстати, с Ксюшкой делали уже в садик, по-моему, с тобой делали, да, космос? Или в школу уже? В школу. В первом классе, сейчас... да? Во втором или первом точно? И там остался этот набор в школе, да? Нам его не вернули. Такой классный делали. Вот мы делали из коробки из-под обуви и планеты. Но мы, конечно, вот измучились делать планеты. Если бы был вот такой набор, тогда я бы знала о нем. Мы бы его заказали и сделали, да? Нам нужно было на тему космоса поделку сделать. Я делала планеты из пластилина, мучилась там, чтобы они цветные были. На Землю похож, на Марс, на Венеру, на Юпитер, чтобы было все правдоподобно. Они получались тяжелые, подвешивала их там к коробке. У меня была самая лучшая, походу. Да, у тебя была самая лучшая. У нас была действительно крутая поделка. Я с кисточкой там коробку внутри рисовала темно-темно-синим цветом. Да, как космос, с кисточкой потом вот так брызгала, делала звездное небо. Ну, в общем, это было круто. Если я найду фотку, я потом обязательно покажу. Телеграм, может быть, да, точно покажу. Так, ну вот Ксюшка почти разровняла уже. А нам, кстати, пора доставать планету уже. Давай из воды. Я тебе придвигаю. Аккуратненько. Получается. И 3 минутки у нас отстаивается. Стекает вода и так далее. Ставь, да, вот на крышечку от Петри прекрасно. И 3 минуточки мы еще ждем, а потом можно открывать. Что там такое? Что там происходит? Вот это. Ну, Сатурна. Давай, теперь набирай водичку, эту же теплую берем из стаканчика. И поливай прямо вот на эту соль, песочек, не знаю, как назвать. Да, поливай как следует, не бойся. Чтобы прям намокло хорошо. Или кольцо Сатурна, такое яркое, красивое стало. И уже какую-то густую форму принимает. Но написано, что нужно оставить на несколько часов. Поэтому это теперь у нас дело до утра. Да, мы, да, как да, всегда, да, вечером с Ксюшей экспериментируем. Так, ну что, открывать будем? Да. Один важный момент. Ты открывай пока потихоньку. То есть здесь нет никаких добавок таких ядовитых, химических, которые бы оставляли сверху потихонечку. Вот так смотри. Нет, ты сейчас так разломаешь. Сейчас покажу. Смотри, вот так сверху берешь 2 половинки, да, вот так тащишь на себя аккуратно. Нет никаких химических добавок, которые бы сохраняли его мягким навсегда. Поэтому он таким будет 2 дня. Потом липкий. Он уже... А липкий он пока сначала будет. Да, мы сейчас еще немножко подождем и будем проверять его. А смотри, как красиво. Да, я покажу липкий девочкам. Липучки. Смотрите, какой красивый. Он вот липкий, тут да. Липкий. Вот липкий. А так не очень. Не липкий, так? Красиво. Да? Да. Здорово как. В общем, через 2 дня он теряет такие свои свойства прыгучести и мягкости. И затвердевает. И уже можно сделать новый. У нас, кстати, очень много материала осталось, да? Можно делать хоть каждый день по несколько штук планет. Это даже и играться. Уже хочется? Подожди немножко, ему еще чуть-чуть надо посохнуть. Даем. Еще вот этот застыл чуть-чуть. Да, давай. Но тут чуть-чуть липоватый тоже. Ну так нормально. Как прыгать? О, ничего себе! Ну. Вау! Да. Слушайте, ну прикольный, прыгает, не разваливается, как бы ничего с ним не случается. Не, ну его воду уже не надо засовывать. Сам по себе он такой вот, он. Ну, как будто как резиновый, как будто как прыгунчики. Мячики, но видите, консистенция совсем другая. Получается. Будем вторую делать обязательно. Сейчас получается очень красиво. Вообще здорово. То есть можно много-много слоев сделать. Вот так потихоньку можно засыпать. Планет. И планет можно много, да? Вообще мне понравилось. Слушайте. Ну-ка. Сейчас дай поиграемся. Ну, как прыгунчик, да. Смотрите, как здорово. Слушайте, потрясающий набор. Мне кажется, деткам любого возраста будет интересно. Мне-то как интересно было. Вошла во вкус. Все, спать пора ложиться. Буду, говорит, планеты делать. Еще 2, да? Да.
Класс. Можно много-много цветов прям добавлять. Понравились шарики? Вот какие планеты Ксюшка понаделала. Вот эти сейчас еще чуть подсохнут. Это прям красивенько. И вот этот закат. А прыгунчик все прыгает очень здорово. Этот закат. Закатное? Это на Марс похоже. И кольцо Венеры мы уже из чашки П3 вытащили. В принципе, оно час пролежало и нормально. Может порваться. Ну, если его тянуть, оно, конечно, порвется. А так оно такое достаточно упругое. Очки светофор. Ездили в светофор, купили вот такой вот Ксюшке приспичило кресло груша, да? Правило у нее в детской. Вообще за 1000 рублей с копейками дешево. И как-то я не посмотрела, мне, по сути, не понравился вот этот вот шуршащий чехол. Я такое не люблю. И открыли еще, а внутри нету даже внутреннего чехла, поэтому оно несуразное. Оно плохо ставится, наполнитель электризуется к вот этой шуршащей ткани, мне не нравится. Я решила его доработать, заказала, в общем, на Озон еще идет чехол, на Вайлдберрис, по-моему, да, на Вайлдберрис заказала внутренний чехол, пересыпем, и внешний чехол, велюр, заказала на Озон, красивого такого цвета, под цвет детской, но он и здесь будет смотреться очень уместно, заказала размером чуть больше, чем вот этот вроде как 2XL, если верить. И заказала еще немного наполнителя. То есть хочу его сделать побольше. Хочу, чтобы оно было мягкое, чтобы вот это не было шуршалки. И, конечно же, внутренний чехол тоже обязательно нужен. Купили вот такой вот ковер из Эва, там же в светофоре. Было много в основном продуктовых покупок. Ничего хорошего в нашем магазине нет. Пока девчонки с ним играются. Я планировала его в коридор туда на пол постелить. Ну, заходить, как бы на него наступать. А не получается. У меня дверь прям по полу ползает, и никакой ковер не постелишь. Поэтому я, скорее всего, его вырежу. И либо в тумбочку, либо в шкаф, на обувные полки разрежу и постелю. Так он толстенький, хорошенький, такой прикольный. Ну и на этом все, мои хорошие. Все полезные ссылочки оставляю под видео на набор Космос. Промокод тоже все под видео. Классная идея, подарок. Всех люблю, целую, всем пока-пока.